Сервер Jurassic Park. Это рейты на томление и добычу 5x, а на опыт 10x. 50 слотов и мощное железо с низким пингом. Карта The Island с приоритетом на PvP игру, а также ивенты минимум раз в неделю. Переходящие трайбы получают бонусы. Трайб от 5 человек получит Трайка, Дедикуруса и Птера. Трайб от 7 человек получит Трайка, Дедикуруса, Анкилу и Кетсаля. Дополнительные киты, сбалансированные товары в магазине, администрация 20+, и многое другое ждет вас на этом сервере. IP сервера и ссылка на группу ВК в описании. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И это все тот же сезон рейды на сервере Jurassic Park. Собственно, кстати, узнал я, что такое скины, и причем сам узнал, блин, я просто идиот. У меня же здесь была вот такая вот гадость, вот такая вот шапка была долбанная, дебильная, и поэтому я, соответственно, скины не мог накинуть, и вот они, те самые все скины, которые мне нужны. То есть я вот сделал саблезубы, сделал волка, сделал вот, ну, в целом это так себе. Все-таки меня вот этот станок прикольнул. Кстати, да, у меня же тут еще этот Трайк. Я сначала не понял, что это за фигня, но это просто типа шапка такая, шляпа. Шляпа. Ну, в целом меня все равно прикольнул больше всего именно станок. Станок реально меня прикольнул больше всего. Вы только посмотрите на этот сейчас. Так, да. Вау. Слишком перестарался. Опять перестарался. Во. Отлично. Просто посмотрите, какая классная эта шапка. Это просто скины. Тут реально на этом сервере можно изучать скины за 0 энграмм и создавать из кожи. Вот такие вот дела. Я не знаю, пофиксит это, не пофиксит, но как бы вот такие вот дела, это очень даже прикольно. Кстати, да, такую фигню заметил, нашел точнее. Нашел. Кстати, пришлось себе навигатор сделать, потому что я еще тот, Саня Сусаня, теряюсь в трех соснах. Нашел вот такую вот фигню. Бак. Вот, бэкпак. Бэкпак, и мне нужно еще не хватает волокна. Все есть, не хватает волокна. Если честно, меня прикольнуло просто-напросто описание. Я очень сильно удивился тому, что написано. Смотрите, a medium sized backpack, то есть маленького размера рюкзак, дающий вес плюс 150. И причем девается он в щит. Вот смотрите, вес 345, вес 230. Ну, не знаю насчет 150, но... Так, 230, 245, 115 он дает. Не 150, а 115, как бы, ну, на халяву. И мало того, что он дает вес, он еще дает броню и сопротивление холоду. Но все-таки для его создания требуется шерсть, и как ни крути. Так что можно надеть... Количество. А, ну это количество, понятно, да. Здесь тоже как бы. Просто они стакаются. Интересно, а если в два штуки застакать? Получится, нет? Вот. А почему бы нет? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, получится ли застакать или нет. Пример пока что есть. Так, что мне еще нужно? Так, мне кожа нужна. Блин, у меня кожа закончилась. Кожа, три штучки не хватает. Сейчас посмотрим. Честно, меня очень это прикольнуло, удивило, и... Бат. Не знаю, что это за мод, но в целом это прикольно. Так, давайте посмотрим. Нет, он просто-напросто заменяется. А если я так сделаю? А, он также 2 надел, но все равно... То есть, если я надеваю по одному...
то вес 345. Если делаю так, то он просто его заменяет вес 345. Если я снимаю и надеваю застаканный, даже вот так на Q, смотрите, нажму, а все равно ничего не видно. Вот он получается застаканный. О, да, вот количество 2 из 10, все равно вес точно так же 345. Ну, конечно, это было бы читерно. Просто прикиньте, сколько получается... Ой, на микрофон снимал. 10 штук, да, это плюс 1150 веса. Даже если по 115 он будет прибавлять, это было бы читерно. Кто бы что ни говорил, но это было бы реально читерно. Так, ну, в общем, вот такие вот дела. Ну, давай, снимайся уже, разделяйся, вот так. Отлично. В общем, когда я получил себе птера... А, точно, я ж не показал. Смотрите, какая штука есть классная. Смотрите. Хобана! Труба, черт побери, как она называется? Супер Sky Glass. О, Spy Glass. Spy Glass. В общем, супер шпионские очки, грубо говоря. Смотрите, во-первых, можно прибавлять. И давайте сравним с обычной. Действительно, смотрят они одинаково. Вот, как видите, да? Но, чем у этой прикол? Экран. Видите? То есть, полностью весь экран виден. И также видно здоровье, энергия, вес, все характеристики, если по-простому говоря. Вот, скорость плюс 36,5%. Оглушение сколько. И так абсолютно видно у всех. Не только... О, прикол. Он на спине даже виден. Круто, 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 круто. А, вот, видно даже у диких, смотрите. Бронта. Офигеть, да? Офигеть. То есть можно сразу так, оп, посмотрел. Ага, так, ну давай. Птер, да? 190 оглушения. Отлично, я тебя просто дубиной оглушу, да? Там, не знаю, там, две стрелы и все, кранты у тебя. А, причем создается она вроде бы чуть дороже обычной трубы, и это кайф. Это кайф, это реально кайф, это просто обалденно. Так, бронька, 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 я хочу просто посмотреть, что за металл. Так, слиток металла, кожа, волокна. Посмотреть, как она будет выглядеть, вот эта вот броня. А, именно с этим, точнее, как эта шапка будет выглядеть вместе с этой броней. Так, на руке, на наушники, на руке. На руке, это правильно. Так, с связь. А, здесь радио. Броня. Металл. И вот так. Так. Щиты, да, здесь только... А, во! А, нет, подожди-ка, это я уже создал же его, поэтому... ну, выглядело бы даже прикольно было. Кстати, да, бэтпак можно создавать без, то есть без верстака и так далее, то есть ты его просто тупо создаешь в руках, и это офигенно, это просто офигенно. Так, дальше вот это идет, и вот это идет. Конечно, было бы неплохо покрасить, но не хочу заморачиваться с этим. Офигеть, еще и рюкзак! Вы посмотрите, как это кайфово! Еще и в черный ее раскрасить! Вообще кайф! Черт побери, я обожаю этот мод. И этот, и с бэкпаком, и со скинами, я просто обожаю этот мод. А, в общем, суть-то дело в чем? Летал я, летал. Решил посмотреть все-таки, так сказать, поближе. Уже сам очканул, если честно, подлетать поближе. Но понял, где-то как. И пока я летал, нашел базу. Маленькую базу, и я хочу ее зарейдить. Я хочу зарейдить ее гранатами. Да, как бы это ни звучало, я еще хочу зарейдить гранатами. У меня есть немного ресурсов для этого дела. Но очень немного. Кто там крякает? А, там обезьяна крякает. Вот. Текс. Вот так. Так. Ай, господи, где ты? Наверное, вот здесь вот взрывчатка. 18 могу изготовить гранат. Не знаю, сколько мне там понадобится. Если не ошибаюсь, то они почти 2000. Ну ладно, давайте считать по 1500. Они дамажут по стене.
по камню, да? 1500, здесь камень по 10 тысяч, да? По 10 же тысяч. Так, фундамент 15, стены по 10 тысяч. Вот, ну то есть даже если по 15, то есть 10 чуть-чуть не хватает. Ну сейчас посмотрим, чего там не хватает, может чего придумаем. Как вариант, даже может и пороха не будет хватать. Приковая взрывчатка. Вот, все-таки хочу зарейдить, посмотреть. Такая база просто, она прикольная. Она вроде бы и маленькая. Ёпта, конечно, налево, как экспа прёт. 45 800, 46 000, ну в общем 200 дают. База такая маленькая, но у него дино, то есть динозавра, небольшого левела есть. И это означает, что чувак такой должен быть развитый сравнительно. Вот, поэтому я хочу посмотреть, что да как там, да где. Вот, видели, прибавил по 15. Я думаю, он дает какую-то процентность, не определенный, а именно процент создает, потому что он прибавил сейчас 15 вместо 10. Так, ну ладно, мне нужно было стойкость, конечно, скачать. Ну да ладно, сейчас качну в стойкость уже вот час. Фу. В общем, мне не хватало всего лишь навсего камня. И подлутав камня, я сделал 10 гранат. Точнее, доделал до 10 гранат. Потом еще случился рестарт сервера, и, собственно, из-за этого людей-то и не пускал. Я думал, что никого нет онлайн, а я-то просто зашел пораньше, как бы, и поэтому такие вот дела. Ну, в целом, довольно-таки неплохо. Одно только думаю сейчас, лишь бы только не зашел хозяин этого дома, надо будет сейчас аккуратненько подлетать, посмотреть, что-то как-то где. Кстати, вот этот остров, это тот самый остров, где сидят те агрессоры. Да, агрессоры. А, ну да, по сути, у них трэп так же и называется. Вот, и, собственно, отсюда ничего не видно, но если прилететь поближе, то начнешь уже видеть мегалозавры и так далее. В общем, там офигенно. Дом уже вот он, прям вот почти. Почти. Где дом? Вот он там, дом. Такс. Ага, вот, мы погрузились. Так, волк. Тернодон. Агентавис. О. Идикурус. Сдвинулся. О. Вот он, трайк. Отлично. Подожди-ка, это не его трайк. Это просто трайк. Там был трайк 170 с лишним левел. Видать, куда-то сдвинулись, куда-то разбежались, потому что дядя Курус тоже вот сдвинулся. И прям конкретно, все конкретно, прям конкретно все. Еще темнеет в натуре, прям все не вовремя, все не вовремя. Ну, посмотрим. Пока что я не вижу, чтобы хоть как-то хоть что-то было сдвинуто. Все как стояли, так и стоят. Не знаю, почему агент так двигается, но он тогда так же двигался. Вот, пытается все выбраться. Так, ну давайте посмотрим, что-то когда где. Так, ну аппараты также гудят. Собственно, из-за чего я решил именно этот дом зародить. Он сделан слабеньким. Но, посмотрите, плавильня, мать ее, плавильня. Понимаете? То есть, раз там стоит плавильня, значит, там чувак офигенно развит. Плюс еще у него офигенные динозавры. Но я не вижу трайка. Мне это сыкотно. Я начну взрывать, он где-нибудь со спины вырулит, это будет фигово. Ну ладно, фиг да с ним. Кстати, офигенно, да, вот это выглядит полностью в металле, полностью костюм. Нужно будет посмотреть, как это будет выглядеть с броней. И уже, блин, нет, все, это ночь. Я нифига не вижу. И посмотреть, как она будет выглядеть с броней и что да когда где. Ладно, переночуем здесь. Заодно посмотрю, понаблюдаю, есть ли кто здесь живой и что же мне делать. Я на всякий случай взял винтовочку. Вот, и если что, будем отбиваться. Взлетел сюда, нашел трайка. Вот он, трайк ихний. 174 левел, это офигеть, просто какой левел, очень огромный левел.
Что он здесь делает, не знаю. Видать, за кем-то бегал. Может, кто-то уже пытался что-то делать и так далее. Здесь, кстати, уже пещера находится где-то здесь. И здесь вот вроде вот этот вход. И я только благодаря вот этому чуваку и увидел эту пещеру, узнал о ней. Ну ладно, в общем, жду дальше. Сейчас оставлю здесь Птера. И уже туда подойду. А там буду наблюдать. Тиши, так сказать. Блин, я не могу вам не показать. Вы посмотрите, как этот скин выглядит в темноте. Офигеть, у него все лампочки горят, какие положено. Офигеть, просто офигеть. Я тут сижу, пока что тишина, я не знаю, ничто никак нигде не двигается. Вот разглядываю шлемак. О, потому что я думаю, если что начнет двигаться, то значит аргентавец перестанет летать. Вот, потому что, думаю, он хоть как его остановит. А чё я вообще шёпотом разговариваю в натуре, как будто бы меня услышит. Стараюсь тише говорить. Вот, и, собственно, я думаю, что всё-таки он аргентавец хоть как-то остановит. Так что смотрим, что да когда где. Так, ну что, начинает светать уже. Пора бежать. Тишина и спокойствие. Всё-таки сейчас лично у меня 3 часа ночи. Ну вот, это означает 11 вечера, кто-то уже, у кого-то еще больше, у кого-то меньше, плюс-минус, в общем, как вариант уже и не будет онлайна. Отлично, вес. Больше веса. Все-таки у меня птер маленького левела был, притомленный, поэтому как бы такой вот он слабенький. Ну да ладно. Такс. Надо аккуратненько, потому что там тоже Дедикурус стоит. И это фигово. Так, надо так припарковать, чтобы было все хорошо. Так, Дедикурус стоит. Но по идее он не должен загреться на взрывом. Ладно, посмотрим. Сразу буду взрывать по несколько гранат. Фух. Ну, понеслась. Надеюсь, дома никого нету. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Вроде бы 6 надо. Такс. Стенку одну разнес, отлично. Никто не согрелся. Ну, по крайней мере, те, кто согрелись, не смогли ничего сделать. Не, никого не слышу, отлично. Такс. Я просто что держал гранату, если что я вовнутрь закину. Блин. Офигенно. Вот это офигенно ресурсов. То, что мне нужно. Офигеть. Полимера 1000. Оу. Блин. Я сейчас очки не надел. Здесь 4500 жемчуга. Блин. Хамуха, офигеть. Просто мне показалось 1500. Офигеть. Так, что у нас здесь? Да ладно, винтовка, патроны. Вообще офигенно, все. Вот то, что мне нужно. Такс, стоять. Надо будет сейчас, походу, еще взорвать. Я пройти не могу, я протиснуться не могу. Так, ладно. Так, металл, блин, у меня все это не влезет. У меня это все не влезет. Черт побери. Ладно, беру все, что необходимо. Так, с нефти беру вот так вот. И сейчас я буду переносить потихоньку. Нахапать-то я нахапал. А сейчас так думаю, блин, если у него в станке такая фигня лежит офигенная, то что же у него тогда лежит там, а? Дальше. Срочно надо взрывать уже. Твою мать, я его сломал. Фигеть, наркоты 400. Генератор. Тихо. Бляха. Пин-код. Офигенно. Надо пробовать их ломать. А здесь что было? Здесь какая-то фигня стояла, походу, дело с обжарки. Офигеть, здесь еще металла.
Так, ну ладно, вроде как тихо, спокойно. Давай вот это все. Блин, полимер-то неохота сбрасывать туда. Электронику неохота. Так, вот это я все сброшу. Вот это я в пяти раз сброшу. Твою мать, какого фига? Какого фига вторая граната бросилась? Что за... У меня мышка глюканула. Ого. Офигеть. Черт возьми. Ну ладно, все равно их надо ломать. Оба-на, я дверь уломал. И не только дверь. Блин. О, тут еще тоже электроника есть. Отлично. Отлично, это то, что мне нужно. Подожди. Это я не то смотрю, нафиг. Так, наркотик надо взять, пригодится. Цементная паста дофига. Вот это хорошо, мне хоть не придется этих мучить. Так, наркотик нафиг. Вот, хитин пригодится. Хитин пригодится. Все остальное я сделаю. Так. Че, надо взорвать? Какие ящики мощные? Да в натуре, я здесь полбазы сейчас разнесу, а это так и не сломаю. Иди нафиг отсюда. Надо было сразу ломать вручную. Пусто. Да в натуре, ты чё, так же как и я, что ли, хранишь все в верстаках? Ну да, я тоже так могу, умею, практикую. Лишь иногда добираюсь, чтобы вот что-то отсортировать. Давай. Ну да, короче, нет смысла там что-либо делать. Офигеть, сколько заспал. А, 14 минут у меня еще есть, отлично. 14 минут у меня еще есть. Так, что у тебя по весу? И еще и меня выдержит. Выдержишь, отлично. Так, ладно. Нужно валить. В общем, народ, все, что успел, все утащил. Остальное уже, понятное дело, задиспавнилось. Но самое главное, это ресурсы. Тонна ресурсов. Очень даже много ресурсов утащил, конечно. Металл, жаль, немного утащил. Если бы я узнал, что там. Я вообще рассчитывал, что там будет немного. Самую малость, там, чуть-чуть. И явно не на такое я рассчитывал. Если бы я бы знал, я бы, конечно, какого-нибудь, не знаю, летуна там, матерого бы посидел бы. Потомил там все-таки 5x томления, это как бы быстро, ну потратил бы я часок, но притомил бы за эту матери и было бы намного больше бы металла, но к сожалению не проканало. Ну да ладно, и на том хорошо, хотя бы так и хоть что-то. Офигеть, просто офигеть, я даже не ожидал. Я рассчитывал, да, там, ну, чувак, там, развиты все дела, там, не знаю, я рассчитывал на 10-ю часть от этого лута, если честно. Хотя бы 10-ю часть, хотя бы, ну, не знаю, окупиться и в плюс уйти, и на том хорошо. Тут же прям жуть как ушел в плюс. Даже смысла нет подсчитывать, потому что это просто абзац, насколько это офигенно. Фу. Там топлива было дофига. Там топлика было дофига. Я только 275 успел ухапать. Ну ладно, я вроде бы нефть хапал, так что у меня должно быть сейчас топлика нормально. Я сейчас просто вот сижу, вспоминаю, что там осталось. Твою мать. Где, а вот. 728. Ну ладно, хотя бы столько нефти на том хорошо. Всяко, блин, в эту зиму не летать. Это просто кошмар. Оружие, взрывчатка, это не то, боеприпасы. Допустим, взрывпакет. Всего же 10 полимеров. Волокно, порох, кристалл. Электроника. Офигеть, сколько взрывпакетов. Ну-ка, если в так, цементная паста, 10 полимеров, порох, кристалл. 10 полимера. 10 полимера, это что у меня тут? Сотка ракет, обалдеть. Сотка, твою мать, сотка ракет. Офигеть, сотка ракет. Я сужу по полимеру. Самое сложное достать полимер. Цементную пасту я вон с этих лутаю, блин, с бобров нормальных, с плотинных. И пучком все. Кошмар, сколько много. Офигеть.
Офигеть, вот теперь точно мне хватит. Я теперь могу спокойно выспаться и отдохнуть, и не буду экстерном пытаться все это сделать и налутать ресурсы. Ресурсы есть, только нужно будет дом мне построить получше, хотя бы вторую стену. Хотя, опять-таки же, если я возведу стены побольше, то, видать, кто-нибудь так, так сидят там, ну, типа, меня заметятся, дела. Так вот, сидят там маленькие у меня динозаврики, и, типа, я такой бомжара. Так что будем рассчитывать именно на это. В общем, народ, офигенно, я не ожидал такого, что будет, честно. Это нормально. Теперь точно все ресурсы достаточно, и уже завтра, думаю, пойдем рейдить. Если все нормально будет, то завтра пойдем рейдить, если меня самого не зарейдят. Ну или чувака не зарейдят. Но я думаю, у него база нормальная, так что не думаю, что его зарейдят. В общем, народ, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и делитесь своим мнением в комментариях. В общем, ладно, все. Всем удачи, всем пока.